три лучших фильма про искусственный интеллект, которые срочно нужно посмотреть, чтобы понять, что вас ожидает уже завтра. Она. Действие происходит в ближайшем будущем и следует за одиноким писателем по имени Теодор, у которого завязываются романтические отношения с продвинутой операционной системой по имени Саманта. По мере того, как отношения Теодора и Саманты углубляются, он начинает сомневаться в природе любви и границах между людьми и технологиями. Превосходство. История доктора Уилла Кастера, ученого, который работает над созданием разумного искусственного интеллекта. После смертельного ранения террористической группой сознание Кастера загружается в систему искусственного интеллекта, которая становится все более могущественной и начинает угрожать человечеству. Из машины. История молодого программиста Калеба, которого его начальник-затворник-миллиардер Натан приглашает в удаленный исследовательский центр. Там Калебу поручают провести тест Тьюринга на продвинутом искусственном интеллекте по имени Ава. Но когда он взаимодействует с ней, он начинает сомневаться в ее истинной природе и намерениях. Я начинаю серию сюжетов на этом канале о том, как и когда искусственный интеллект вмешается и в вашу жизнь тоже.